плюс контент сразу. Сразу плюс контентик. Это что с васпом? Его что так разворачивает жестко? Так, я на мостах. ТДМ. Катка выглядит сливной. Но как будто бы я на васпе могу здесь подраздать жесткого контентика. Ептить, что это такое? Как этим управлять? Офигеть, ничего себе он разваливает. Жестко. Вот это приколдесик. Вот это прикольчик. Ептить, это вообще что такое? Ба, ну это соло, ребячки, это соло. Это просто соло можно разваливать. Под подрывничок соло можно разваливать. Ба, ну это очень непривычно. Как он поворачивает. Это вообще ужас. Это просто ужас. Посмотри список обнов. Блин, тут Лизард, я же видос записывал, не забывай. Я же видеомейкер жесткий. Ты, наверное, просто видос не видел. Ой, ребячки, поехали, поехали. Ба, ну это... Я микрострейфик даю в бок, его просто разворачивает. Это жесть. Как играть-то? А как теперь играть-то? Как играть, ребяточки? Я даю микроповорот, оно уже поворачивает прям в полную. Ну это жестко. Это, конечно, жестко. Чтоб дополнительная скорость была бы. Ептить. Не, ну это какая-то жесткая машина теперь. И к ней привыкнуть, мне кажется, нормальная может быть. Клетка, нет? Очень сильная. Так, ну тут соло можно катку закрыть, как будто бы. Попытаемся соло закрыть каточку. Что получится. Противник тут не сильный. Поэтому будем пробовать. Будем пробовать соло закрывать. Вот так вот делаем. Дома. Я думал, уеду. Подрывники же на легкие корпуса еще занерфили. Я знаю, я в курсе. Я в курсе, что занерфили, но все равно нормально хватает этого. Под вас по фреза хватает. Даже с учетом нерфа хватает. Блин, ну разворачивает очень неприятно. Очень неприятно. Ну, не то, что даже неприятно, непривычно очень. Очень непривычно. Очень непривычно разворачивает. Еще и граната тиммейта стопит. Раньше ж под тиммейта граната не играла. Блин, зато раскручивать можно теперь очень сильно, да? По идее. Да-да-да, теперь типов можно раскручивать очень жестко. Блин, ну прикольно. Прикольно. Необычно. Очень необычно, если честно. Очень необычно и очень непривычно. Так, только, наверное, в такой катке мне лучше был бы защитник, а не ловкач. Хотя... С другой стороны. С другой стороны, может и ловкач нормал будет. Может и ловкач пойдет. Иду стримчанский, пойду щупать картошечку с салатиком. Давай, давай, Андрюндель, пощупай. Приятного аппетита, пощупай пока, пощупай. Блин, не хватает, короче, да, урона теперь на подрыв. Чуть-чуть не хватает урончика на подрывалову. Чуть-чуть не хватает. Ну так, в принципе, конечно, жестко. Жестко, жестко, ребяточки. Я немножко... От того, как, конечно, крутится васп. Так, а по резистам у меня скорпиона стоит. Отлично, порезал у меня все четко. Пытаемся, значит, уничтожать противника, переигрывать жестко. Езжаем, хорошо, супер. 13 киллов уже на вас по фрезе. Катка, конечно, к сожалению, слитая. Нас тут что-то как-то очень жестко респят. Ну, попробуем. Попробуем хоть от какого-то своего урона дополнительного поиграть, что ли. Вот так вот, например. А у меня нету бомбы. Думал, у меня бомба есть. Ну, просто раскрутить, типа... Короче, надо просто привыкнуть к этим резким поворотам. Я думаю, что это можно реализовывать в плюс. Прям хорошо реализовывать. Можно вспомнить про драйвер на васпа. Драйвер на васпа? Не знаю, насколько актуален.
Ой, хорошая бомбочка на два танчика. Даже на три, я бы сказал. На три танчика, отлично. Отлично. Пробуем запушить. У нас, кстати, неплохой тиммейт есть. Что-то получится из этого. Может, что-то проклюнется. Из этого. Ма, ну очень жестко. Васпик прям супер резвый. Супер резвый васп. 20 киллов. 20 киллов, 5 минут до конца. Я запикался, если что, в начатую катку. У меня уже 20-ка. То есть здесь можно дать, наверное, все 40. Все 40 можно дать. По ощущениям, 21 уже. Нормал, растем. Растем, растем, ребячки, растем. 4 с половой до конца. Попробуем. Успел? Так. Там не успел, чуть-чуть тут не успел. Пробовать можно. Пробуем. Отлично. Супер. Контактик. Ой-ой-ой. Раскрутился, перекрутился. Блин, как этого типа я не забрал, не знаю. 24 килла. Так, 3 с половой до конца. 3 с половой, 3 с половой. Дощупать надо, дощупать, дощупать, дощупать. Чуть-чуть. Чуть-чуть дощупать. Чуть-чуть бомбочкой. Доработать. Отлично. Минус 2. Минус 2 дома. Плюс аптечка дроповая. Этому типу просто подморозочку. Ага, отлично. Еще доработать. Блин, с камбэком, камбэком, катку камбэкаем. 6 киллов отрыва было 25. Было 25, можно еще и выиграть. Киточа, привета. Привет, привет. Изиду не раскручивать в целом надо. Надо ее ствол дергать туда-сюда. Не-не-не, нормал, нормал. Раскруточка тоже работает, работает. Работает. Так, ну у нас чел минус падает и делит жмет. Руинит челы. Зачем челы руинят катку? А? Зачем вы руините? Зачем вы руините, а? 28, ну соло просто закрываю каточку, соло, там есть пару бойцов, которые стараются. А, тот уже вышел походу, да, который потел. Который потел, помогал катку выигрывать, походу вышел. Походу он вышел, ептить. Он реально вышел? Да, он походу вышел. Блин, как чел мог нормально камбэкать каточку, помогать? И потом просто взял и ливнул с боя. Вот так не делается. Почти камбэкнули. Чел просто ливнул. Еще один ливнул. Да все ливают, я соло буду закрывать. Буду соло закрывать ее. Делаем. Не сдаемся. Давай, 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 давай. Ну-ну-ну. Оппонентика. Пичку надо сыграть. Опа. Отлично, подрывалово, 31, ну, 6 киллов отрыва, делаем, ребяточки, делаем, 5 киллов отрыва, можем что-то, минута 20 до конца, делаем или не делаем, не понял, давай, давай, ребяточки, давай, 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 32, маловато, не успеваю, походу, или успеваем, 2 килла. Можно, можно, можно. Как будто можно. Еще плюс гранатку, если хорошую поставить. Бомбочку. Бомбочку, бомбочку реализовать. Я не дожил. 3 килла отрыва. Чуть-чуть подруинил сейчас моментик, если честно. Джазик потеет. Потей, Джазик. Потей, 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 дружище, потей. Давай, 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 давай. Такую ставлю. Хоть что-то. Отлично, на троих. Раз. Блин, двоих. Двое аптечки попрожимали. 2 килла отрыва. 30 сек, 2 килла отрыва. 30 сек, давай, дружище. Блин, 4 килла отрыва. Я, походу.
походу джиджи. Походу джиджик. Сейчас гром будет жать. Ман, это было су... А, один килл, два килла. Не, еще шанс есть. Еще есть шанс. Доработай, 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 доработай. Давай, 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 давай. Ну, ну, урон, 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 урон. Ну, накидай что-то. А, все, 4 килла отрыва. У нас типы делитесь, я понял. Лучшие игроки матчмейкинга, они просто делиты жмут. Бан, даже в такой мертвой катке вас по фриз шоковой заморозкой 33 килла дает. Жестко. Васпик, конечно, стал очень крутой. Мне понравилось. Прикольно.